Моя любимая картина – это «Ночь на Днепре» Архипа Куинджи. На картине изображена летняя ночь и река Днепр, которая течет среди мягких по рельефу берегов. Темное небо над этой рекой создает впечатление безграничности. Зеленоватый оттенок реки пересекает равнину, которая в горизонте сливается с темным небом, покрытым рядами легких облаков. Благодаря лунному сиянию на ближнем берегу реки видны невысокие хаты с мерцающими окнами, ведущие к реке тропинки, а также силуэт ветряной мельницы. Линия горизонта сильно опущена вниз, за счет чего большую площадь картины занимает небо. Важную роль в исполнении замысла художника играет колорит. Куинджи в основном использует два цвета – это черный и фосфорический зеленый. У черного цвета, который применялся при написании неба и равнины, практически невозможно найти одинаковые оттенки, точно так же, как их нельзя найти у зеленого. При изображении равнины, раскинувшейся на дальнем берегу, по мере удаления от реки, черный цвет становится все глубже и глубже, почти сливаясь у самого горизонта с тоном ночного неба.